Привет! Сегодня я хотела бы с вами поделиться, как я вязала вот таких вот мышек. Их размер приблизительно 10-11 сантиметров, это от бантика до ножек. Вот такие маленькие мышки я влаживала в кармашки в кота-подушки. Как бы я вам хочу сегодня показать, как делать вот таких вот няшек. Можно их не только в кота-подушки, как я влаживать. Можете еще также сделать как брелочки нашим любимцам для грызунчики вот такие вот небольшие нашим питомцам, так сказать, собачкам, кто хочет игрушечки вот такие вот сюрпризики. Можете просто милому своему машину в качестве подарочка и напоминания о себе, какие мы такие беленькие, пушистенькие, мягенькие мышки. В общем, кто хочет, кого заинтересовало, будем сейчас вязать. Для вязания нам нужна пряжа белого цвета, не толстая. Можно использовать Lana Gold Fine белого цвета, либо, допустим, джинс, Yarmark джинс. В общем, я использовала Alize. Также нам понадобится крючок соответствующего размера. У меня это 1,7, если не ошибаюсь, или двоечка. Использовать ножнички нам придется. Ниточка черненькая с иголочкой и небольшой кусочек красного цвета. Я почему красного? Можете взять любого. Я просто, мне нужно было для пришивания моей ленточки. Также нам понадобится ленточка любого цвета, ну и, соответственно, под нее этот кусочек ниточки, я взяла красного. Ленточку размером 11 сантиметров нам нужна, любая, можете чисто, не обязательно там с каким-то узором, лента обычненькую можно взять. Это для наших мышек бантик, вот, для вот таких вот бантичков. Вот. И наполнитель. У меня это обычная нестерильная вата. Можете взять синтепон, силикон, в общем, кому что удобно для использования, для набивания игрушек. В общем, кого заинтересовало, приступим. Берем нашу пряжу и делаем кольцо амигуруми. Зажимаем в ладошки краешек ниточки, обматываем вот так вот таким образом вокруг пальцев и закрепляем столбиком без накида. Дальше в наше кольцо амигуруми делаем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Не снимая с крючка петелечку, затягиваем хорошо краешек наш коротенькой ниточки. И затем вяжем второй ряд. Во второй ряд мы делаем во все полностью 6 наших столбиков прибавку. Итак, делаем в первый столбик 1, 2, дальше 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. У нас получилось 12 столбиков без накида. И делаем третий ряд. Здесь нам нужно провязать еще 6 прибавок. Поэтому мы будем чередовать 1 столбик без накида, прибавка. 1 столбик без накида, прибавка. Начинаем. 1. Во второй 2. И 3, 4, 5, 6. Я всегда считаю, чтобы мне было удобно, сразу считаю количество петель. Но в голове я чередую 1, 2, 3, 4, ну то есть и так далее. Чередую и понимаю, где мне нужно делать прибавку. Поэтому следите внимательно, чтобы вы не сбились. Теперь у меня 7, 8, 9, 10, 11, 12 прибавок, 13,
14, 15, 16, 17, 18. Последняя наша прибавочка. Теперь вот этот краешек с кольца нашего, когда мы затягивали, я перекидываю в начало ряда. Я делаю своего рода такой вот маркер. Обычно берут либо нить другого цвета, либо маркер такой вот, как булавочка. Я обычно делаю вот таким образом. Перекидываю просто хвостик. Мне он не нужен снизу, поэтому вот таким образом. Значит, теперь нужно 18 петель наши эти провязать 4 ряда. То есть я сделала здесь маркер отметку. Мне теперь нужно провязать 4 ряда в каждый столбик без знаки, да еще столбик без знаки. То есть просто вот так вот делаю таким образом. 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Эта отметочка нам дает понять, где наш заканчивается ряд или начинается. Когда провяжете 4 ряда, мы с вами продолжим. Провязав 4 рядочка наши, я решила добавить еще один рядочек для того, чтобы было более вытянуто. Вот я сделала 5 наших рядочков, и теперь будем делать убавление. Смотрите, будем чередовать первый ряд, просто столбик без знаки, да, в следующую петелечку убавление. Делаем это так. Один просто столбик без знаки, да. И теперь за переднюю стеночку нашей косички берем одну вторую петелечку, захватываем ниточку, у нас 2 петли на на крючке, и вытягиваем, протягиваем ниточку. Теперь снова следующую петелечку просто столбик без знаки, да. Вторую, третью захватываем на крючок, вытягиваем ниточку. И в одну снова петелечку стягиваем одну ниточку. Теперь снова столбик без накида. Вторую, третью захватываем и провязываем. Снова столбик без накида. Вторую, третью провязываем. Таким образом мы делаем скрытые убавочки, для того, чтобы не было никаких швов некрасивых с наружной стороны, так как это у нас голова. И последняя убавочка наша. И вот таким образом мы сделали 6 убавок. Теперь я предлагаю вам, как и себе, набить нашу голову наполнителем. Я беру обычную вату. И вот так, благодаря крючку нашему, начинаю наполнять. Я делаю это достаточно плотно, для того, чтобы голова держала форму. Во все края, во все стороны, так распределяйте хорошо ваш наполнитель. Все стороны и передавите его немножечко туда вовнутрь, чтобы он вам сейчас не мешал заканчивать вашу голову. Теперь подтягиваете аккуратненько вот ниточки, и до конца нам нужно сделать во всех петелечках убавку. То есть вы уже не считаете, сколько у вас их штучек, в принципе, здесь не так это важно. Вам нужно закончить до конца, до самого-самого конца. Но где-то мы сейчас остановимся, чтобы у нас была небольшая дырочка для того, чтобы набивать нашу голову наполнителем. Продолжаете вязать убавки. За переднюю стеночку, еще раз повторюсь, для того, чтобы у нас не было никаких швов и таких. Ну, вот у меня осталось здесь небольшое отверстие, я сейчас донабиваю вот так вот, благодаря крючку, вот так вот потихонечку его туда буду набивать.
еще нужно чуть-чуть. Смотрите, как у вас там, чтобы носик был тоже такой не пустой слишком. Ну, пожалуй, достаточно. Подтягиваете его. И до конца делаете убавки. Полностью, максимально до конца. Сколько этих убавочек, штучек, я вам даже не подскажу, никогда не считала. Потому что суть здесь просто закончить и сделать носик. Здесь не столь важно, сколько этих убавочек. Просто максимально до конца, сколько у вас хватает, как говорится, терпения и сил достать этот кончик. Ну, вот, пожалуй, я уже и закончу вот здесь. Хорошо подтягиваете и вытягиваете вот этот наш носик. Здесь слишком длинную ниточку не надо оставлять. Вам достаточно будет буквально тут сантиметра 3-4 для того, чтобы эту ниточку вытянуть потом через где-нибудь через голову. У вас получился вот такой вот небольшой носик. Нам его нужно будет в итоге продеть голову куда-то, спрятать. Вот этот кончик, который мы делали маркером, мы его просто обрезали. Он нам не нужен. У нас получилась вот такая вот голова. Сейчас мы приступаем к вязанию туловища. Снова делаем кольцо нашей амигуруми. Столбик без накида, крепим ниточку. Или, как называют, еще движущее кольцо, то есть, кому непонятно, амигуруми. И делаем снова 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова затягиваем петлю за короткий краешек. Хорошо затянули. И делаем второй ряд, то же самое, что мы делали с головой. В каждую петелечку мы делаем по прибавочке. То есть в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. 2 столбика провязала, 3, 4, 5, 6. Вы тоже сразу можете считать себе, чтобы вы не сбивали, сколько вы провязали. 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Второй ряд мы провязали. Начинаем третий ряд. Третий ряд мы так же, как и в первый раз, голову, когда вязали, делаем столбик без накида, чередуем с прибавкой. Я сразу буду продолжать считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17 и 18. Последняя наша прибавочка. Провязав наши 18 петелечек с прибавочками, мы снова ставим вот этот кончик наш с кольцами гуруми как маркер. И вяжем снова без прибавлений и убавлений. 8 рядов. Когда провяжете 8 рядов в каждый столбик без накида, еще столбик без накида, то есть вот так вот, без прибавлений и убавлений, нужно 8 рядов. Мы с вами продолжим. Вот я провязала наших 8 рядочков. И сейчас мы снова будем делать убавки наши туловища. Снова будем чередовать столбик без накида, убавка. То есть вот столбик без накида, нашу косичку в первую, во вторую, протягиваете ниточку и
провязываете. Снова столбик без накида. За одну вторую косичку провязываете. Столбик без накида. Косичку раз, два, провязали. Так нам нужно сделать до конца ряда. Конец ряда вы можете по нашему маркеру снова увидеть. Всего должно быть 6 убавочек. Снова столбик без накида. Убавочек. Столбик без накида. И все, последняя убавочка наша. Вот так вот. Теперь снова чуть-чуть вытяните ниточку, чтобы она вам петелечку не мешала. И снова наполнителем нам нужно набить туловище. Тоже так набиваете плотненько, чтобы хорошо выглядело. Вот так вот. Я сейчас вязала рядочки и... В общем, чего-то так подумала, что, как всегда, нам нечего подарить на 14 февраля нашим молодым людям. Вот если вы свяжете вот такую мышку с сердечком в руках, такую с бантиком, мне кажется, будет обалденный подарок, такой маленький, своими руками, очень легенький в выполнении. Вот, мне чего-то так кажется, милый оценит. Если хотите, можете сделать еще... грелочку, такую на чашечку. И эту мышку в чашечку вложить, чего-то мне так кажется, что наши любимые это оценят. По крайней мере, если любят. Итак, проталкиваете пальчиком снова. И продолжаете убавки, как в первом случае с головой. Убавки продолжаете до конца вязания. Немножечко еще нам нужно будет наполнителем донабивать, но... Тем не менее, продолжаете убавочки до самого конца. Нам нужно точно так же ниточку нашу стянуть. Вот так вот убавочки за передние стенки наших косичек. Раз, два. Стянули. Раз, два. Стянули. Раз, два. Снова осталось небольшое отверстие, поэтому я немножечко наполнителем донабиваю, чтобы у нас было такое плотненькое, красивенькое, вытянутое тельце. Мышонка. Вот так вот. И до конца ряда продолжаю управление. До конца вязания, простите, не ряда. Можно до конца ряда сказать. Все, последние убавочки наши. Раз, два. Добавили. Все. Пожалуй, на этом закончим убавление. Вытягиваете нашу телечку до конца. Вытягиваете краешек. И здесь уже ниточку оставляете подлиннее. Хотя бы сантиметров 20. И обрезаете. Вот эта ниточка, которая у нас была маркером, тоже обрезаете. Она нам не нужна уже. Итак, мы связали голову и туловище. Сейчас я вам покажу, как вязать ушки. Делаем наше снова кольцо амигуруми. Вот. И у него 6 столбиков без накида. Наши привычные 6 столбиков. На самом деле мышка очень легкая, если вы заметили, состоит очень из легкого. То есть наше стандартное кольцо амигуруми, туловище с головой, разница только в столбиках без накида рядах. Ну, то есть там мы провязывали 5 рядов, туловище 8 рядов, 2, 4, 5, 6 столбик, стягиваем кольцо. Кольцо тоже у нас будет состоять первый ряд из прибавочек в каждую петельку. Вяжем и должно быть 12 петелечек с прибавками. Так вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И следующую петелечку делаете соединительный столбик. Вытягиваете нашу ниточку, петелечку и обрезаете. Немножечко оставляете для пришивания ушка, немножко ниточки. Буквально сантиметров 12-15, немного. А вот эту ниточку, которая у нас была, протягиваете через... Сзади, в общем, протягиваете через несколько петелечек, вытягиваете ее, чтобы она нам не мешала. И тоже обрезаете. Она нам не нужна. Так, первое ушко наше готово. Делаем точно так же второе ушко. Делайте самостоятельно, я не буду этого записывать. Вот мы сделали два ушка, теперь приступаем к хвостику. Для хвостика сделайте воздушную петельку. Делаете такое колечко и вытягиваете ниточку. И в это колечко наберите 15 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16-ю петельку вводите и вытягиваете вместе с ниточкой. Ниточку тоже оставляете небольшую, для того, чтобы можно было пришить этот хвостик потом. Вот такой у нас хвостик. Хорошо затягиваете краешки и с одной стороны обрезаете. Вот такой вот у нас хвостичек, состоящий всего лишь из косичек. Итак, у нас связано туловище, голова, два ушка и хвостик. Нам осталось связать лапки. Для лапок набираете две воздушные петельки. 1, 2. Третью петелечку провязываете и вводите во вторую столбик без накида. И в начальную еще один столбик без накида. Внимательно, будет не очень легко, но вы постарайтесь. Вот уже сейчас. У меня есть сейчас крючок, но более тонкий. И не получится. Делайте еще один столбик без накида. Делайте воздушную петлю и переворачивайте. В каждый столбик без накида теперь нам нужно сделать прибавочку. По 2 столбика без накида. 1, 2. И снова будет не очень легко, но постарайтесь. 3, 4. Снова 1 воздушная петелька. И в каждую из четырех нам нужно сделать 4 столбика без накида. Провязать по одной в каждую. И снова воздушная петля, переворачиваете. Вяжете во второй столбик без накида. Теперь третий захватываете нитку, четвертый захватываете нитку и протягиваете через все три. Делаете вот такую вот убавочку. Снова воздушная петля. Во вторую провязываете. И вытягиваете. Соединительный столбик делаете. Из этого соединительного столбика петли нужно провязать еще 10 петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вытягиваете 10-ю. Тоже небольшую ниточку оставляете. И обрезаете.
Вот эти все кончики вам нужно спрятать с задней стороны. Так вот. Это не столь принципиально, куда вы их будете прятать. Я думаю, что это они все равно высмыкиваться не будут, довольно-таки держатся хорошо. Так вот, сзади прячьте куда-нибудь. Ниточку обрезаете. У вас получается, может, не совсем такая ровненькая идеальная лапка, но это не столь принципиально и важно. Вам нужно сделать еще одну вот такую лапку. После того, как вы сделали верхние лапки, будем делать нижние. Делается это точно так же, но с добавлением одного ряда. Итак, вяжите две воздушные петельки. Третью петельку вяжете и во вторую вяжите столбик без накида. И в первую. Столбик без накида. Теперь воздушную петельку. И в каждую петлю делаем прибавочку. 1, 2, 3, 4. Снова воздушную петлю переворачиваете. В каждую петлю вяжите столбик без накида. Всего 4 нужно сделать. 3, 4. И вот добавляете еще один ряд. Все то же самое, как в верхних лапках, только с добавлением одного ряда. Она у нас должна быть немножечко подлиннее, так сказать. Снова в каждую петелечку вяжете по столбику без накида. 3, 4. Воздушная петля переворачиваете. И снова во вторую столбик без накида. Одну соединяете, вторую общей петлей. Снова воздушная петля, разворачиваете и делаете соединительный столбик. Вот так вот вытягиваете. И здесь делаете 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 вытягиваете. Вытягиваете ниточку, здесь тоже точно так же прячете. У вас может немножечко растянуться, вам так казаться. Но все на самом деле будет довольно-таки замечательно и не принципиально. Вот так вот затягиваете, все убираете, закрываете. Обрезаете ниточку. Все, лапка нижняя у вас одна готова. Вам остается сделать лишь вторую. После того, как мы связали все детальки, у вас должно получиться туловище, голова, две нижние лапки, две верхние и два ушка. Вы вдеваете нитку в иголку, ну, например, начнем с головы и ушка. И нам нужно пришить ушки вот таким вот образом. Вот так. И начинаете пришивать. Так вот, стежками, аккуратненькими, недалеко слишком. Обычными стежками, простенькими. Сначала спереди немножко приметайте. Затем разворачиваете ушко и сзади немножечко. Стежками небольшими. Не слишком глубокими такими. Слегка-слегка. И продеваете через ушко вот так вот. И можете обрезать. Вот такими стежками нам нужно пришить два ушка на небольшом расстоянии друг от друга. Второе вот так вот это нужно пришить. Когда пришьете, уберите вот эту ниточку, носик, тоже вденьте в иголочку. Вот так вот, сейчас я вам покажу, как это нужно вдеть. Вдеваете в иголочку. Иголочку возьмите немножко с большим ушком. Я взяла с меленьким ушком, тяжело очень вязаную ниточку попасть в иголку. И просто возьмите вот так вот, вденьте, ну, как в голову, мышонку и потяните ниточку. Вот так вот ее полностью можно обрезать, она нам не нужна. Вот таким образом спрячьте ниточку в вашу мордочку мышки. Вот так вот. И второе ушко пришьете, сейчас покажу вам, что делать дальше. Вот
Вот вы сделали голову мышонка, вот такие два ушка у вас, вытянутая мордочка, симпатичная уже, видно, что похоже на мышонка. Теперь одеваете ниточку в иголку и большой лапки вот в ниточку. И берете вот так вот. Я никогда не пришиваю в такие мелкие детали, я не пришиваю наши там ножки, ручки, в общем, я делаю таким образом. Нахожу нижнюю серединку, вот так вот, ну как, не саму серединку, а где у меня ножки будут втыкать, вот, допустим, вот так вот, как я держу пальчики, наверное, вот в такие точки я буду их втыкать приблизительно. Втыкаю иголку и вверх, протягивая ее аккуратненько через все эти столбики наши, без накида, продеваю иголку в самый верх, вот так вот, вытягиваю нашу ножку и вытягивая иголку вот так вот с нитки. У меня продета вот так вот ножка. Я делаю следующим образом. Вторую ножку точно так же. Вдеваю в иголку ниточку нашу. Нахожу вторую точку, куда я буду втыкать приблизительно на таком же уровне. И снова точно так же продеваю иголкой вверх. Будет немножко неудобно, но у вас все получится, я думаю. Можете иголку не вытаскивать, нитку с иголки не вытаскивать вторую, а просто вот так вот продели, видите? Теперь у нас осталась самая длинная с туловища нитка, вы ее не трогаете. А эти две ниточки с ног, которые вы продели, завязываете на узелок сверху. Не слишком так лимонько, так потуже немножко. Завязываете на узелок и кончики. Почему я вам сказала не вытягивать нитку вторую? Кончики вдеваете вот так вот, прячете в туловище и обрезаете. Точно так же делаете со вторым кончиком. Ниточку вдеваете, в иголочку вдеваете ниточку, вот так. И тоже прячете где-то в туловище. Хорошо прячете, чтобы не видно было, и обрезаете. С ручками мы проделаем точно так же. Вдеваем ниточку в иголку, вот так вот. И снова таким же образом, только уже делаем ручки. Вот где-то на вот таком уровне продеваем. И тоже вверх. Раз. Вот так вот. И вытягиваете. Также делаем и со второй. И проделываете точно так же. Завязываете узелочек сверху и кончики прячете в туловище. После того, как мы закончили с ручками и ножками, нам осталось приделать хвостик. Поэтому мы хвостик вдеваем в иголочку и находим серединку между ножками сзади. И точно так же продеваем, аккуратненько продеваем наверх ниточку нашу. Вот так вот. Вытягиваем ее плотненько. И не вытаскивая иголку, с иголки ниточку, мы снова завязываем с основной нашей ниточкой с туловища тоже узелок. Это очень легкий способ пришивания деталей. И мне нравится этот способ тем, что если вы потянете за ручки, за ножки, то вы их не оторвете. И снова прячете остаток ниточки в туловище. И получился вот такой вот цыпленок табака. Нам осталось всего лишь пришить голову к туловищу вот таким вот образом. Я не буду этого записывать, так как я считаю, в принципе, это очень легкой формальностью такой вот. Когда пришьете мышонка, мы с вами продолжим. После того, как вы сшили все детали, пришили голову, если голова у вас пришилась не очень аккуратно с первого раза, не огорчайтесь, вы можете сделать не девочку, вот такую вот замечательную, а мальчика,
Можете вот здесь ему бантичек завязать, то есть не огорчайтесь, если шея у вас не получилась. Вот, теперь нам осталось дело за малым. Вышить носик, глазки, бровки и лапки. Начнем мы, пожалуй, с лапок. Вдеваете ниточку в иголочку, черный цвет. Вот, завязываете узелочек. Узелочек, чтобы у вас был, смотрите, аккуратненьким, небольшим. Вот. И, смотрите, визуально делите пол лапки на три части. Втыкаете иголочку в ниточку. Вот так вот лапку. И делаете пару стежков. Таким образом. Один, два. Теперь под тайным вот таким вот стежком на вторую сторону переходите. Можете на серединку, но я почему-то всегда вот так вот на вторую сторону перехожу, а потом ровно посерединке. И делайте по два шва. Туда-сюда. Вот как бы наметываете. Аккуратненько смотрите, чтобы у вас получалось одна на одну. Чтобы все ровненько было максимально. Также тайным таким вот стежком. Тоже вот так вот. И делаете третью часть. Втыкаете иголочку где-то посерединке. Раза два. И обрезаете ниточку. У вас получился и с той стороны очень аккуратненький вот такой краешек. Вам нужно сделать и на ручках, и на ножках вот таким вот все образом. Ножки и ручки. После того, как мы вышили лапки с вами, все четыре, мы приступаем к вышиванию глазок и бровей. С носика, сделав на ниточке вот такую вот. После того, как мы вышили все четыре лапки, мы снова вдеваем ниточку в иголочку черную. И, завязав узелочек на конце, мы вводим в носик. Вот так вот. И выводим, где должен располагаться наш глазик. Вот так. И несколькими стежками делаем наш глазик. Вот так вот. Несколько раз нам нужно... Смотрите, аккуратненько затягивайте ниточку, чтобы у нас не торчало. Можете где-то буквально полмиллиметрика в сторону. Ну, то есть, кто-то, если хочет, можете пришить бусинки. Не обязательно вышивать глазики. Мне, например, удобно вышить, чем пришивать бусинки. И они как-то более естественно смотрятся. Так вот, несколько раз. Нужно вышить стежочком несколько. И переводим нашу иголочку там, где должен располагаться, там, где должна располагаться бровка. И вот так вот буквально на расположении 1-2 столбика без знаки, где у нас были. Где-то на расположении вот так вот. Надо глазиком немножко. Буквально 2-3 стежка, я думаю, будет достаточно. И вводите там, где должен располагаться второй глазик. Иголочку туда вот так вот. И второй глазик тоже делаете несколько стежков. Вводите. Следите, чтобы ниточка у вас не переполучилась. Тоже делаете несколько стежочков вот так вот ниточкой. И вышиваете второй глазик. Подтягиваете ниточку, чтобы у вас тоже не было, как у меня, вот так вот, торчащие ниточки. И
делаете вот таким образом несколько стежочков, как вам будет удобно, нравится. Либо, повторюсь еще раз, пришейте просто эти бусинки. Ну, мне в принципе нравится. И снова вводите там иголочку, где должна располагаться по вашему усмотрению бровка. И снова вот так вот 2-3 стежочка делаете там, где должна располагаться бровка. И выводите в носик. Вот такая вот у нас мордочка забавная получается. Может, не совсем ровненько, но суть, как говорится, здесь уже не настолько важна. Хотите ровнее делайте, мне в принципе достаточно забавные мышаты. Теперь вышиваем носик. Берете, вводите иголочку вот так вот, и гладью начинаете наметывать носик наш. Тут даже не сильно принципиально гладью, просто наметываете вот так вот вокруг нашей букольки такой выпуклости. Начинаете вышивать носик. Чтобы был более у вас посерединке, можете вот таким вот образом немножечко сделать стежочка, вот так вот, несколько штучек наметать. И ввести вот так вот под них ниточку, якобы закрепить. И снова вот таким вот образом поменяете ниточку, если она у вас тоже заканчивается, и вот таким вот образом вышиваете носик туда-сюда, туда-сюда. После того, как вы довышивали носик, я вот, видите, оставила небольшое такое беленькое отверстие, как бы, ну, так задумано было. Вывожу ниточку ровно под носиком и делаю вот так вот буквально несколько стежков вот так вот под носиком, ровненько вниз. Делаю это для чего? Для того, чтобы сделать сейчас ротик. Ротик здесь очень простой, не надо ему ничего такого гениального. Просто буквально несколько стежков черным цветом. Под носик. И делаю следующим образом. Ввожу вот здесь вот в бок немножко. Подтягивайте ниточки обязательно, чтобы у вас не было неровностей. И так вот перпендикулярно вышиваю, еще несколько стежков делаю. Видите, опять же, затем повторюсь, чтобы не было никаких неровностей. И снова вывожу где-то там возле носика. Подтягиваем ниточки и обрезаем. Вот, что у нас получился? Вот такой мышоночек. Можете, если хотите, добавить несколько стежков, сделать усики. Можете просто кусочки лески продеть вот здесь вот под носиком. Ну, то есть, мне, например, этого ничего не нужно, потому что, ну, у меня будет вот такой вот простенький мышоночек. Теперь я беру ленту у меня красного цвета, еще раз повторюсь, отрезочек 11 сантиметров, я взяла красную ниточку. Опалив края, я сворачиваю таким образом, вот, чтобы краешек один был в середине кружка, а второй вот так вот, таким вот образом. Просто сворачиваю его очень легко, ненавязчиво. Завязываю узелок такой же ниточки цветом, как ленточка моя. И делаю посерединке несколько стежков швом вперед иголку. Стягиваю нашу ленточку, делаю несколько оборотов вот так вот ниточкой. Так вот, несколько буквально, наверное, раз 10 пускай будет, можно чуть больше.
больше, посмотрите сами. И вдеваю еще раз иголку вот так вот в ленточку. Закрепив ниточку, я начинаю пришивать в серединке. Делать красотульку. Если хотите, я же говорю, мальчика, можете бантик завязать сюда, либо просто вот так пришить. Я думаю, что будет симпатично. Можете сделать и девочку, и мальчика с сердечками посередине. То есть можете пришить, кому будет хотеться, вот так на бок. То есть, ну, я ровно посерединке буду сейчас пришивать. Мне нравится больше посерединке. Вот так вот. Несколько стежков делаете за голову мышки посерединке. Вот таким вот образом. Пришив к мышке вот так вот бантик, фиксируйте ниточку. Не обрезаете. Итак, ваша красотка мышка. Так вот можете немножко ваши ленточки вот так вот распушить, распрямить. Так вот. И наша мышка красотка вот такая вот готова. Вот такие вот красотулечки наши готовы. Можете, повторюсь, в чашечке любимым нашим. Можете сердечко пришить вот так к двум ручкам в обнимочку. Вот так вот сделать побольше сердечко и пришить вот так к ручкам, якобы держит. Вместо нашей Валентиночки, к Дню Святого Валентина. Либо, не знаю, к 14 февраля, к подарочку. Ну, кто как, кому фантазия играет. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!